Всем привет, друзья! С вами X-School, и сегодня мы будем играть в Chicken Guns вместе с Даниэлом Скулгаем. Здоров, дорогие друзья! С вами я, Даниэл Скулгай, и как вы уже поняли, мы с Давидычем будем рубаться снова в нашу с ним любимую игру в Chicken Guns. Ну что, Давидыч, погнали? Да, я готов, Данил, я супер настроен. Данила, я уже здесь, иди сюда. Да, здорово, ну стой, иди сюда, иди ко мне, мальчик, иди. В смысле, я тоже тебя убил, Данил? Ну, типа, 10-10. Да блин, ты со своей базукой. Базука, я тебе такую базуку покажу. О нет. Yes. Ладно. Берегись, Данил, я беру самое сильное оружие. Нет. Ну ладно, я то самое. Блин, только не твоя любимая машина. Да, моя любимая и твоя самая опасная. Блин. На, получай. Так, а ты где? О, это откуда ты где? Вот он. Давидыч, я по-моему, тебя предупреждал не брать это оружие, ты ж меня с него выносишь. Ладно, я другое возьму. Иди сюда, я тебе покажу, Кстати, небольшая пауза, Давидыч, стоять. Не забывайте подписываться на мой канал и также на канал Давидыча. Все, кто подписаны на меня, подписываются на Давидыча, а все, кто подписаны на Давидыча, подписываются на меня. Ага, сейчас, чтобы у тебя было 80 тысяч. У меня столько сразу будет. Ребята, мы в другом режиме, надо собрать документы и забраться на вертолет. Так, о, первый документ, я нашел. Ой, нет, Данил, берегись, там монстры. Да, я вижу, мне этот сам, он... Ё-моё, мне сейчас надо на второй этаж педалить, тут дофига всех этих тварей твоих, ваших. Круто, я застрял, а нет. Данил, надо просто быстро собирать документы. Ой, ё-моё, ну это жопа, мне я застрял. Нет, не застрял. Бра. Ты сколько собрал, я 3 штуки. Я, по-моему, тоже собрал. Так, я сейчас нахожусь в каком-то универмаге, и тут ничего нету. Странно, а почему здесь не добавили 5-ку? Лента! Легенда возвращается. Знакомься, это твои друзья. Легендарная акция в новом формате, эксклюзивно в ленте. Лента — это другое, по-моему. Давай, нам еще ровно половина осталось. Надо поспешить. Данил, берегись, сзади монстры. Нет. Ай, блин, меня сейчас убьют. Блин. Так, этот самый, где вертолет? А вот вертолет. О, я прям близко заспавнился. А я все в другом конце карты, я не могу выбраться. Я буду ждать у вертолета тебя. Давай, отстреливай там от вертолета, чтобы меня, когда я пришел, меня не загрызли. Все, давай. Давай, сели, есть! Есть, полетели! У-ху! Это была потная катка, очень. Ребята, мы теперь в гонки играем. Что-то я начинаю догонять. А, нет, ты меня уже догнал. Уведомление мне помешало, уберись. Вот у меня тоже такое было уведомление из WhatsApp или где-нибудь из YouTube тоже. Блин, вот здесь я вот упал и притормозил. Вот теперь ты меня догнал. А нет, почему я упал? Заметь, у меня находится бесплатная машина. Я на ней выигрывал в 1000 раз лучше себя на супер дорогой. Так, ты уже второй круг, первый круг завершил, вернее. Да, второй, погнали. Я должен тебя догнать. Давайте. Сейчас это самое. Давидыч, давай ты ускоришь все это, поскольку мы не хотим мучить зрителей, как мы это самое. Короче, будем гонять время таймлапса. Давидыч, ты не против? Да, мы сделаем таймлапс. Одну секунду. Все. Я первый приехал, ура. В смысле? Я дошел до финиша, а я вообще не выиграл. Ты пролагал. Че? Ты что? Ладно. Зря вот эти круги делал.
На этом наше видео заканчивается. Кому понравилось, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал и на Daniel School Guy. На меня особенно. Это да. Всем пока. Тylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie